такие мечи теперь появились на всех деревьях. По улице Малая Красная деревья еще не перешли на летний дресс-код, зато создают атмосферу главного предстоящего летнего события. На самом деле очень удивило, поразило. Я шла домой и увидела, что развешивают вот эти мячики. Деревья заболели футболом возле дома Камилы Халиковой. Теперь у нее под окнами настоящий эксклюзив. Очень классно на самом деле смотреть, вот это видеть. И знать, что только у тебя на улице висят такие мячики. Сколько всего здесь? 400 мячей. Вы прям точно знаете? Да, вешали, потому что... Это Александр Фищев помогал создавать атмосферу Мундиаля. Зимой здесь звезды, а вот сейчас надувные мячи. Еще одна локация для любителей футбола и туристов. Сразу же после первого дня здесь пол улицы все фотографировали, все снимали на фоне этих мячиков. Сфотографироваться успеют еще многие мячи на деревьях. На Малой Красной останутся как минимум до конца футбольного чемпионата. Альбина Минибаева, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.